Почти 29. Он с нами в Дискорде, Войт. Это без скрита или скритом? Максимальное попадание, да, почти 29 тысяч. Хорошо, не буду Дискорд пугом давать, не буду ебаться. Он же типа тупо пушкой бьет, по идее, да, или как это считают? Даже если символ на УВС поставишь, он у тебя не будет бить больше, чем молот и экзорцист. Не знаю, почему-то она странно, у меня как-то по-другому урон. Я Навару плюсанула тебя. Отлично, спасибо. Мне, по-моему, да. Можно Симон? Да, я очень-очень далеко на острове. Вот ты мне расскажи, этот самый Зилфери, ты тут? Да. Какого хуя ты прыгаешь возле шкафа? Блять, я не могу попасть на шкаф. Ты прыгаешь, я мышкой тыкаю человека сумонить и тыкаю в тебя, блять. А у вас сервера работают, да? Да. Вот вы, конечно, выдаете. Короче, Делорус, ДКшники, тачки, вот это фигастр. Я подамажу, послакаю. В смысле, а чё, у меня танк аспект есть? Конечно. В принудительной форме у всех всё появляется. Меня, блин, тупо на сервер не пускают. Ну подожди минут 15, запусть. Бывает вот такое. Я повторю, можно Симон, пожалуйста? Сейчас добуду, сейчас добуду. Мне всегда вот абсолютно помогает, когда так не пускает это выйти и лаунчер закрыть. А я... Ну, я уже несколько раз это сделал, и кэш почистил, вообще не пускает. Через 15 минут пустит. Понимаю, врать такая хмельница. Я не знаю. Я в ОКХМ также вылетела, через 15 минут меня спокойно пустила. Понимаю. Вот на X10 захожу спокойно, X3 да, спокойно. Да, то же самое. А так сервером разорвано, правда? Ну. Все, 15 минут жди. У всех это уже было. Ладно, не у всех. У кого-то смотри, уже было. Ага, смотри, вот я сейчас столб кританул экзорцизму 22к, а молоток 18 бьет. Блядь, Зилфрид, да. Выруби нахуй активацию голоса. У меня типа меньше почему-то молоток бьет. Почему, может быть? Там какой-то... Символы у тебя какие? Какую-то хуйню дрочишь, то ли клавиатуру, то ли чё, блядь. Экзорцизм, УВС и правосудие сейчас. Похоже, место освободилось. Не можешь же символ, который режет ману, давать ДПС к молоту. Я не знаю, что у вас может быть не так. Честно, смотри, не знаю. Молоток 18 бьет, а экзорцизм 22. Компресс это кто? Кто его брал? Компресс это тот, который зайти не может, да? Это в гильдии челик? Нет, я не знаю. Кто его брал? Ассист только у тебя? Там были ассисты. Да может, Алдарам варом своим зашел? Ставьте шкаф. Нет, меня не взяли. Я не взяли. Да тут фурит уже. Может, и Симон? Долго лететь буду. Лётки не отмечены, ещё бежать. Спасибо. Да, есть доход-то с этого, с боешек-то нормально продаются? Какие, вот с этих 245-х? С икони, да. Ну да. Там кольцо, допустим, 2000. Плащ там. А сколько шея? Сколько шея стоит чисто? Шею я не помню, не продавал в этом. Там палача, по-моему, как так оно. А нас нету Фрост ДК или МД, да, в смысле. Что за прикол?
наших 220-х не берем, а их берем. Каких? Кого? Ну, компресс 220. Блять, а чей компресс? Слышишь, Талдорам? Че? Это меньше, блядь, тебя взял. У меня мут на 2 минуты, напишите в чат компресса, кто взял. Кто его взял, чей твинт, я не имею, потому что в игру зашел, там ассисты были. Короче, блядь, это, ну, кому там... Знаешь, надо? Ты если кикнешь, сейчас сразу вонь поднимется от того, кто его взял, и ты поймешь. Да, просто да, отец. Да. Капец, тебя запугали, бля. Как Мишка. Это отец, да? Писани. Вот этот компресс, это отец, шаман, который. Да он не в Дисе, господи. А может кто-нибудь из шаманов тотем поставить для мили? Пошли пугореть. Я поставлю, я поставлю. Минута мута. Блин, конец Дис. Что это погорит, ШП пишет ФМ, какой дис. Да, это обязательно. Ну, для тех, кто не пидор, обязательно. Короче, нету Зилфрида и мисс Хелк. А, я тут. Я просто это отвернулся. Верно. Десятки водила, даже моб не вышел, сразу перевели на третью фазу, как взлетел.
Ебать. Надежка ты. Да, ну а какой приз ты тебя спрашивал, что дискорд ему не нужен? Бой. Второй пати. И при этом он не может дать антифир, да? Возможно, он не умеет давать антифир. Чё это такое? Чё это такое? Блять, вы приколист. Я хуй знаю. Ожидаемо. Про что ты говоришь? Выкните. Не, лётка не открыта. Ты что, моешься? Берегись. Чё-то вы в четырёх кусках как-то мало дамажите. Не, ну ты на трэше накрутил. Я про варов, которые тоже армсы, но только с четырьмя кусками. Дядя Вагабон сейчас разберется. Не, мне впадло. Просто интересно, почему так. Так не намного же он. На чуть-чуть совсем там. 200 ДПС буквально. Да нет, нету там нигде 200 ДПС. Вон 19800 Вага и 19600 Яуджи. А мне показывает Ваги 20... Почти 21, а у Йоджи 19 ровно. Да я типа думаю, 4 куска настолько дерьмовые, что ли, на армс. Я тоже 4. Чё? Вот мой отчёт. Я ещё в двух, короче, я нихера ещё не переделал из-за рейда. А, ну то есть по твоему отчёту у меня ДПС больше, чем у него. А урона меньше, потому что я больше, но это тупил там, бегал где-то. Не знаю, я локов в танке передамажил, заебись. У вас, возможно, даже спеки разные, так-то или что? Надо сделать 10. В инт заходить суманить или камни? Чё, вот, мне в ДД спекнуться, да? Почему танчи? Кто просил присуманить, у кого нету перелетчика? Напиши тут без лута или ещё чё-нибудь, замани их. Это я сегодня, мне надо было быстро на твою охоту успеть, я спамила. Кто не успеет долететь быстро до магика, того РЛ кикает. При этом мы даже не знакомы были с РЛом. Ты знаешь, моментально все долетели.
Вот чисто... вы его придумали. На... Чисто на испуг. Добрый день. Там если одно тело не подтверждает, я ждать особо не буду. Припускаем быстренько босса, идем. В этом Колизее вам предстоит сразиться с опаснейшими противниками. Те из вас, кто смогут пережить испытания, войдут в ряды серебряного авангарда, который направится... Надо же все-таки перед вечерним арте еще отдохнуть. Твои чудовища не чета героям Альянса Тирион. Протвар не отдыхает, ты че? Ты более достойных соперников в багровом круге. Ты напрасно тратишь наше время. Ты как китайцы. Лицо-то одно. Меняй просто. Хочу, кстати, потестить про товаром фетиш, короче, одеть с чешкой. На роботе. В луке обычки. Как огромный. Я ДЦ, а эти гастры. Я тут просил за это. Опасность. Отойдите я где-то подальше. В 20 метрах сала, наверное. Ну, раз ты не любишь ДЦ, придется за меня не... А толку тебе с фетишев против, РПБ-то нету. Ну там крита много. А РПБ-то лучше будет. У фетиша еще модификатор. Увеличивает дамаг. Помню. Он прокает, дело в том, что от удара героя. То есть он будет быстро набираться. Не знаю, по-моему, больше РПБ лучше. Надо попробовать будет. Крит тоже важен. Тут там крита, 12%. Огненная печенька, да? Эпигастрий, зачем это сделал? Отвлекся, со мной переписывался. Да нет, он наебок просто дал. Потому что меня нету. Он обычно это делает мне. А меня нету, он сказал, что он ДЦ ненавидит. Ну, ты понял, блядь. Он боб кидает, кого любит. Ну, без пошлости. Кого любит? Да. Лага, тебя любит. Охренел вообще милику боб давать. Просто охренел. Да, эпигастр, я кружок, сегодня... Кружок, вон, разморозь, это... звезда, беги к кружку, ой, бля. Я сегодня за это чуть тоже не получила, ГП на мейна. Все, будешь вставать. В двойном размере причем. Размер двойной, тройной, я не уточнял. Ну, или тройной, или четверной. Ты сказал, сколько хочешь, я сказала, как печенька в ОКХМ. Ты вроде не отрицал. А может там было один ГП? Ну я этого не знаю, предположила. По максимуму. На... А тут ГПш нельзя получить, да? Можно, я же... Если он с тебя врежется, получишь. Если сильно попросишь, можно получить. Кто-то из вас использует ринку на поглощение, да? Нет, я пока нет. Тебя ж таки не был. КД? Блин! А, достягивается. У всех он в воздухе умер, да? Первый раз такой вижу. Толень, как крыша. Гастри, ты в следующий раз получишь диван с пула в линковании какого-нибудь босса. Мне нет, а тебе да. Это власть ГМа, понимаешь, эпигастры? Делаю, что хочу, ничего мне не было.
Нет, месть будет за Боб. Он как Дарт Сидиус. А я магистр Йода, маленький зеленый протовар. Благодарю, верховный лорд. А теперь, смельчаки, я приступаю... Килить не буду, Барбака. Появится грозный демон. Готовьтесь к забвению! Черт, не проканала. Мне еще Оня нужна. Надо будет дособрать. На друида. То есть мы сейчас бросим его. Трепещи перед всевластным Вилфредом Непопамсом, мастером призыва. Ты покорен мне, демон. Ничтожный гном! Тебя погубит твоя самоуверенность. Перед вами Джарацус, эвенарский повелитель пылающего легиона. Спасибо. Не помню. Леха кричит что-то на каком-то боссе. Дайте Боб, дайте Боб. Бегает в КД, а Леха кричит, куда ты его нафиг слил? Ты кричишь на Полину. Он говорит, нафига? Я прям помню этот момент. Да, да. Я умирала. Я прикрою. Гибель Вилфреда Непопамса весьма трагична и должна послужить уроком тем, кто смеет беспечно играть с темной магией. К счастью, вы победили демона. И теперь вас ждет новый противник. Вы еще чемпиону сагрите, если будете так стоять. В следующем бою вы встретитесь с могучими рыцарями Серебряного Авангарда. Слобик, отойди оттуда. Альянса. Они пытались нас оклеветать. Я требую справедливости. Тирион, позволь моим чемпионам сражаться вместо твоих рыцарей. Мы бросаем вызов Орде. Хорошо, да будет так. Сражайтесь с честью. Сражайтесь во славу Альянса, герои, во имя вашего короля. Это было лишь пробой того, что ждет нас в будущем. С Орду! Зюзу, расчехляй танки, я видел у тебя танки. Так, ну, Луна, как обычно, локом. Энх. Так, Энх. ДКшника танчит. Эпигастри. Где эта курва? Так, треугольник танчит, Халфейн, Шакала танчит, Утя. Так, крестик контрольте, это Энх, имейте в виду. Черепок контрольте, это Хулипал. В овцу Фир, этот вихрь ПКД. Первый сливаем звезду чернокнижника, потом кружок. Потом крестик. Я
Ну, мне две собачки. Ради черепок. Звездочку. У тебя проковый вихрь сколько тут бьет? Блять, алую сталь получил и нажал вихрь. Так. Чё так? Чё-то хуйню какую-то он показывает. 6 тык. Ну вот да, то же самое. Больше 7 он ни разу не ударил. Ну это на этих порезано, видать, это меня. Ну он типа и в основную цель. Те же самые синка бьет. Угу. Ну, блять, полностью, я считаю. Скажу больше, у магов луч, что таргет, что, так скажем, АОЕшка бьет одинаково мало. Как там зарядно? Как там научно называется бог? Линканите? Длань защиты. Две могучие воительницы плети, жуткие валькиры, крылатые вестницы короля лича. Пусть состязание... Черную берем. Хеллфейн черную, бегастрия белая. Урон. Куда он бьет? Не делай так. Валик, я думаю, знаете, каких танчите. Темного повелителя, во имя короля лича, вы умрете. Ого, абсорбы сколько на этом боссе. Ты все еще сомневаешься в могуществе Орды, паладин? Мы примем любой вызов!
что я как понимаю, можно армсов 4-5 выкинуть в помойку и делать фурика. Ты же не пробовал еще, попробуй сперва. Да я просто на ребят смотрю, что-то как-то... Ты хули смотреть, мало попробуй очень. Сам сперва всегда. Вот это хорошие слова от Долореса. В 4-4 всегда говорили еще, блядь, афлики не дамажут, дестрики одни бегают. Я что-то, ну, выбился Т4, бегаю, блядь, смотрю, нормальный ДПС, думаю, хуй знает, а что в чем дело. И никто в Африке не играл в итоге, потому что, блядь, в дестрике там попроще. У меня шмота очень много на фуре, и он используется в армсе, поэтому это кривой армс. Пегасри, блядь, что началось-то? Он в бою хотел. Я его отговаривала, чтобы бы не получил. И разнесем в клочья остатки плети. Нет такого испытания, которое мы бы не могли пройти сообща. Будет тебе такое испытание. Войд, закинь мне, пожалуйста, Пегасри группу вместо компресса. Мы в два танка идем, да? Так. Чё, кто босса будет держать с жуком? Пал или я? Ты. А чё, Пегастрик Т5 или в чём? Нет, ты что, какой у него Т5? Ну тогда хайну лучше. Вы слышали, как Вульпер рычит? Да. Сексуально, правда? Нет. Я сарказм. Этот девиз заманивает там анекдотами, конечно. Мама, не горюй, Вульпер красавца. Бага ближе. Геру, спулу или как? Ну, спулу, конечно. Давай. У-у-у, всё. Чё под боссом льда нет, интересно? Да хуй знает, я вот сюда... Блядь, отведи маленько жука. Я с этого края поставлю, отведи. Он закопается, если дрочиться так долго будет. А чё, до сих пор, да, никому не приходит в голову идея лёд ещё сломать где-то в стороне? Что уже привели? Да. Я ещё что контроль дам на лобок. Чё жуки-то? Жуков, залейте танку в неё. Любите мне чашку второй таблетчик, не все. Упало, что пропало? Маунт упал. Все пропало. Маунт упал. Маунт упал. Маунт упал. И еще раз. На бис. Ой, нихуя, маунт упал. Что, продолжаем? Маунта разролим, блядь. Ебануться, маунт упал. Давайте еще 20 раз спросим, маунта разролим, нет? Маунта разролим, нет? Че, маунт упал? Охуеть, представляешь? Маунт упал. Да нет, гоните маунта, чё за маунт? Не разрулим, ебать. Ты разраливать час будешь, или я могу после отойти? После магика. Нагуляли. Можно я отойду быстренько? Да.
После магика или это тоже на груля полетим? Мы летим на груля, а разраливаем после магика. Маунта. Бойт, местечко есть? Блять, нету. А чё, маунт выпал, что ли? Вау,